Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по снижению административной нагрузки на бизнес. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин. За 2019 год Башкортостан улучшил свой показатель сразу на 27 пунктов и занял 11-ю позицию в России. Аналитики аппарата уполномоченного при президенте страны по защите прав предпринимателей присвоили Башкортостану индекс 3,2. Это второй показатель в Приволжском федеральном округе после Удмуртии. Он складывается на основе данных надзорных органов. Так, согласно исследованию, в республике наибольшее давление на бизнес оказывают сотрудники Росприроднадзора, а наименьшее – Ростехнадзора. Мне это интересно на самом деле. И эта работа становится в условиях, когда мы сейчас будем, ну, по сути, опять из пепла восстанавливать наш малый и средний бизнес, вообще в целом бизнес, имеет огромное значение. Имеет просто огромное значение. Давайте вместе поработаем, я готов. В своем докладе бизнес-омбудсмен также выделил основные проблемы в сфере надзорной деятельности в Башкортостане. Среди них увеличение размеров штрафов на фоне общего снижения числа проверок и неспособность части ведомств отменить денежное взыскание за первое нарушение.